Министерство финансов России завершило операцию для приведения средств Фонда национального благосостояния к новой бездолларовой структуре. Об этом сообщили на официальном сайте Минфина России. Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США. Доля фунта стерлингов сокращена до 5%. Доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно. Доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота 20,2%. Такое заявление вышло 6 июля на сайте Министерства финансов России. Чем же вызвано сокращение доли долларов и фунтов? Здесь можно выделить два аспекта. Первый – это политический. Мы с вами все знаем, что последние годы отношения России и ряда западных стран, в первую очередь, конечно, речь идет о Соединенных Штатах Америки, они не самые благополучные. То есть у нас наблюдается и политическое противостояние, и экономические определенные войны. Накладываются санкции на, в первую очередь, страны США, накладываются санкции на нашу страну, на компании, представляющие нашу страну. Вот. И, соответственно, вот снижение их долей валюты стран, которые к нам достаточно недружественно относятся, это вот как раз во многом такой политический аспект. Второй аспект, даже более важный, чем политический, это экономический, утверждает Тахир Рафиков. В аналитике Министерства финансов прогнозируют ситуацию, которая будет развиваться в мире и в отдельных странах, и смотрят за тем, чтобы эта ситуация благоприятно отразилась на Фонде национального благосостояния, то есть его резерв должен увеличиться, а не уменьшаться из-за инфляции, из-за экономических кризисов и других. К примеру, экономическая ситуация в Соединенных Штатах последние годы неблагоприятна. Для исправления такой ситуации США печатают очень много долларов, которые не обеспечены, то есть долларов становится больше, но экономическое состояние страны сильно не меняется. Валюта страны дешевеет. Соответственно, Минфин минимизирует риски и сокращает доли долларов. Я думаю, что резких каких-то уже движений ожидать пока не стоит, но, естественно, это будет очень сильно зависеть от того, что происходит в мире, потому что потенциально экономика сейчас мировая находится в преддверии еще большего кризиса, чем который был в связи с коронавирусом, да, и если этот кризис разразится, то там, конечно, движение по различным валютам может быть очень сильное. И, соответственно, исходя из этого, я думаю, что могут корректировать, наш Минфин может корректировать структуру самого фонда, то есть и смотреть, во что действительно стоит вкладываться, потому что на этих колебаниях можно очень сильно прогореть, очень много потерять. Однако глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что доллар США останется частью валютного резерва в стране. Эксперт Казанского университета утверждает, что это логично, потому что доллар остается основной валютой на мировом рынке. Энджи Минибаева, Универньюз.